Здравствуйте, друзья. У нас Светлана, наш штурман по вопросам, зачитывает вопрос. Здравствуйте, Михаил. Около 2 лет назад открыл для себя ваш канал, и в тот момент у меня появилось желание уехать из России. Мне 35 лет, женат, есть дочка 5 лет. Так вот, я хотел вам рассказать о причинах моего и моей жены желания уехать. Да. Я работал в разных компаниях, в основном продажи, но всегда был честен с работодателями и самим собой. Особенное впечатление произвел на меня опыт работы в европейской компании. Он во многом перекликается с вашим опытом работы в страховании. В какой-то момент у нас с женой возник план по открытию собственного маленького бизнеса по продаже одежды. Не сразу, но у нас получилось открыть и развить его до того, чтобы наш бизнес обеспечивал нас и давал возможность сделать накопление. Ну, молодцы. Изначально мы договорились все делать по правилам и законам. Налоги платили в полном объеме, давали полный отчет. Но постепенно, из года в год, наше государство поднимало налоговую нагрузку, а в прошлом году наш налог вдруг и вовсе вырос вдвое. Мы стараемся держаться на плаву, сокращаем расходы. Так вот, что натолкнуло меня на мысль об эмиграции? За последние годы мы общались со многими предпринимателями, знакомыми, друзьями. Когда разговор заходил о повышающейся налоговой нагрузке, все реагируют на это похоже. А зачем вы платите по-честному? Вы что, дураки? Платите по 2-5 раз меньше, и если проверят, дадите взятку. При этом патриотизм многих зашкаливает, а во всех бедах виноваты поздние США. Мы смотрим на это, и у нас не укладывается в голове такая картина мира, в которой взятки и обман – это норма, но все беды от злых американцев. Решил написать вам, чтобы поделиться впечатлениями о том, что происходит с людьми. Мы как будто все ближе к королевству кривых зеркал. У меня такое ощущение, что государство толкает общество и вполне успешно к состоянию, в котором быть честно стыдно, а обманывать и давать взятки выгодно. Не буду вас спрашивать, как быть в такой ситуации. Думаю, тут просто нужно иметь свободную волю и твердое понимание своей правоты. А вас я хотел спросить, как вам кажется, куда нашу страну приведет такое искажение моральных норм? Спасибо, что прочитали. Ну, я, Свет, давай так думаю. Значит, куда приведет, мы не знаем. И, во всяком случае, это как совершенно не наша тема. Куда приведет. Но то, что вот люди, казалось бы, феномен такой, да, то есть люди, с одной стороны, обворовывают это государство, а с другой стороны, они большие его патриоты. Это норма, это абсолютно обычное дело. В советское время было, вот в один все несли со своих предприятий, кто карандашик, кто резинку, кто болванку железную, кто чего нес с предприятий, все были патриотичны, это совершенно не влияло на их патриотичность. Если вы начнете разговаривать с людьми, которые не платят налоги, а вот дают взятки, может быть, и так далее, вы скажете, ну это же нечестно, это же наша страна, там, и так далее. Я выяснял, как бы я с людьми разговаривал, и они в один голос говорят, ну а что ты думаешь, вот если мы заплатим эти налоги, они же не пойдут на детские дома, там, на дома престарелых, на пенсии там, пожилым людям, их все равно разворуют. Их просто разворуют. И чем больше денег будет, тем больше они устроят войн, чтобы там под войну что-нибудь разворовать. Сейчас, слава богу, ну, как-то не могу сказать, что последний год, это правда, но вот, допустим, после чеченских там дел они приноровились разворовывать через строительство. Да? Это на самом деле гораздо лучше, чем устраивать там одну чеченскую, вторую чеченскую, третью. Значит, чем больше у них денег будет, значит, тем больше они эти деньги подгребут куда-то еще, кроме там нужд страны. Вот они так говорят. Поэтому каким идиотом надо быть? То есть, грубо говоря, говорят они, если мы живем в стране, где все разворовано, где все на откатах, на взятках, на воровстве, на кумовстве, на нечестном суде, на вот на этом, на всем. Они говорят, ну так ты же живешь в этом обществе, ты же, знаешь, как в мистере-твистере там, да, папа дочери говорит, ты не в Чикаго, моя дорогая, да? Дом на Дневое купить бы я рад, но не захочет продать Ленинград. Поэтому они каждый по-своему правы. Он прав с той стороны, что он этический человек, что он гражданин, и он не приемлет воровство, взятки, коррупцию как норму жизни. Они правы в том смысле, что они принимают тот факт, что все построено на воровстве, на взятках, на коррупции и так далее. Я думаю, что и налоги-то повышают, потому что никто их не платит. Понимаешь? Из-за этого все происходит. Вот те, которые платят налоги, да, те платят. А те, которые не платят, вот они повышают. Ты посмотри, вот эта ситуация, когда налог, человек должен заплатить с продажи. Понимаешь, не с прибыли. Вот мы здесь платим налог с прибыли.
Почему бы им не платить с прибыли? Потому что прибыль никто не покажет. Как только ты начнешь брать налоги с прибыли, выяснится, что нет прибыли. Нет прибыли. Поэтому, что я хочу сказать. Есть две правды. И это две реальные правды. Ты помнишь, мы когда в Париже встретились с бизнесменами из Курчатовки, и мы пошли с ними в ресторан, и стали разговаривать, у них какой-то бизнес, у нас какой-то бизнес, мы стали разговаривать, и этот парень сидит, я смотрю, у него глазки так это забегали, он стал что-то быстро соображать, стал говорить, вот. Слушай, он говорит, деньги выводим туда, значит, там тут офшор, там еще что-то он начал. И как по мере того, как он это говорил... Чтобы налоги не платить. По мере того, как он это говорил, мне стало так неприятно, и я думаю, вот он сейчас приедет сюда и будет гадить здесь, и я ему говорю, послушай, а что же ты... Это ты же не можешь гадить там, где ты живешь. И его жена говорит, смотри, слышишь, что они говорят, гадить там, где живешь. Но у нас уже, говорит, так загажено. Речь шла о том, что Света слушала и говорит, что же мы должны изгадить страну, в которой мы живем? А жена этого парня говорит, ты смотри, как они рассуждают. У нас, говорит, так не рассуждают, у нас, говорит, гадит и все. Гадит. Значит, вопрос в чем? Времена меняются, то меняется, все меняется, много вещей динамично. И так далее. Возвращаясь все-таки к вопросу. Значит, еще раз, куда заведет, не знаю. Но я не знаю, сколько она тысячу лет так стоит. Куда заведет? Ну, может, так и надо, я не знаю, может быть, менять только портить. Так вот, что я хочу сказать, есть две правды. Есть люди, которые прекрасно там адаптированы и чувствуют себя как рыба в воде и ничего не хотят менять. Поэтому получается так, что человек выбирает для себя, либо он там адаптировался, ему хорошо, а если ему плохо, и у него есть возможность куда-то отъехать, значит... Или человек говорит, я придумал эту систему, так? Не мне ее менять. И даже если я хотел бы ее менять, ничего не произойдет хорошего, потому что система останется той, которой она есть, а у меня будут проблемы. Ну, просто противно. Кому-то противно. Ему противно. Ему противно, пусть едет в другую страну, и там ему не будет противно. Да. Вот, поэтому... насчет того, что вот как же так, они налоги не платят, и в то же время они патриотичны, так было всегда. То есть это может показаться каким-то странным таким... Да, посмотрите на Михалкова, который вообще такой патриот, а хочет получить госзаказы за казенные деньги вообще. Света, почему же не заработать? Но ты странные вещи говоришь. Он там же не просто хочет заработать, там же по-другому немножечко устроено. Я не знаю, как устроено, бог с ней, с Михалковым. Значит, я хочу сказать, что фундаментального противоречия в этом нет. Фундаментального противоречия. Это правила игры, они даны сверху. Они существуют тысячелетиями. С этим боролся Петр I безуспешно. С этим боролись все. Если вы почитаете там художественную литературу о разных периодах жизни России, например, я вот вспоминаю, я Салтыкова-Щедрина много читал. И вот там русско-турецкая война 1870, вот там. И, значит, такое воровство. Купцы поставляют гнилое шинельное сукно. Почему они гнилое поставляют? Потому что они его взяли там за 5% цены, да, и на фронт. А на фронте чего там человек? Сегодня есть, завтра нет, он и с таким походит. И сапоги, и сукно, и патроны, и ружья, и все вот это вот. И они такие патриоты, это чего? Он еще в храм идет, он на нужды храма жертвует. И за отечество, и сам за царя-батюшку. И водку пропустил, огурчиком закушал, уж такой патриот. И сейчас хоругви возьмет и пойдет еврейский погром там с черной сотней. Я просто к чему говорю, что так всегда было. Поэтому не надо придумывать своих правил. Вот, примите правила такими, как есть. И скажите, я свои не буду устанавливать. Если мне хочется пойти в другое место, где другие правила, я пойду в другое место. Я так думаю. Мы столкнулись, когда... это давно было на заре, так сказать, всей этой коммерческой деятельности. Мы когда столкнулись с реальностью, когда из инженера я вдруг превратился в Москве в предпринимателя, мне пришлось взятки давать и вот этим всем заниматься, меня перевернуло все мое нутро перевернуло. Понимаете, я из человека такого вполне счастливого и самодостаточного превратился в человека, который с ужасом. Вот это все. Я первый раз, когда взятку дал, я 2 ночи спать не мог. И не то, что из меня вымогали эту взятку, не то, что я кому-то впихивал там, а он не хотел. Из меня ее вымогали, я 2 ночи спать не мог. Поэтому я тут, а они там.
в общем-то, в конечном счете. Так что мы, значит, товарищу посоветуем, чтобы он здоровье берег и, как бы сказать, подумал о себе, о своей семье, о том, значит, как жить дальше, и нашел бы какой-то непротиворечивый такой выход из этой ситуации, потому что постоянно находиться вот в состоянии того, что вот ты неправильный, что вокруг все неправильное, что ты не соответствуешь, а они не соответствуют, что будет со страной там и так далее. Что будет со страной, думайте, когда вот, ну, я не знаю, конечно, вы можете сказать, какой смысл на выборы ходить, но вот, в принципе, люди думают об этом, когда на выборы ходят, или, может, на демонстрацию какую ходят, если там чего, но я вас уверяю, что на демонстрацию сейчас лучше не ходить, как бы хуже не было, вот, лично, там, тем, кто ходит по демонстрациям. Поэтому скажите себе, в моих руках вот есть вот то, что я могу сделать, и есть то, чего я не могу сделать. И как только вы сосредоточитесь на том, что вы можете, чудеса произойдут. И чем больше мы будем думать о том, чего мы не можем, значит, тем меньше и меньше мы будем иметь реальных результатов там на руках в своей жизни, в жизни страны тоже. Счастливо!